Здравствуйте, меня зовут Артем Гончаров. Мне 5 лет. Я занимаюсь студией актер. Я живу в городе Москва. Я увлекаюсь насекомыми и акулами. Мы с бабушкой ходили в палеонтологический музей, и мы там видели скелет адского кабана и маленького тушканчика. А сейчас я вам расскажу стихотворение Агния Барто «Гуси-лебеди». Малыши среди двора хоровод водили. Гуси-лебеди, серый волк Василий. Волк на них не... Гуси-лебеди, домой, серый волк под горой. Волк на них и не глядит, волк на лавочке сидит. Собрались вокруг него лебеди и гуси. «Почему ты нас не ешь?» — говорит Маруся. «Раз ты волк, так ты не трусь!» — закричал на волка гусь. «От такого волка никакого толку!» — волк ответил. «Я не трушу, нападу на вас сейчас. Я доем сначала грушу, а потом примусь за вас!»